Хотела вас поблагодарить за вашу помощь, за ваши подарки, поделки в дому АТО. Ребята, вам будет большое огромное спасибо. Ну и всем пожелаю вам удачи. Спасибо вам. Я возьму на себя честь поблагодарить вас всех, ребята, за ваши письма, за вашу помощь, за ваше небезразличие к тому, что сейчас происходит. И пусть Бог вас бережет, и пусть будет мир на земле. Ну, наша общественная организация хочет наградить самых активных деток, которые помогали нам плести маскировочные сети по порядку.